против стаи волков. Причиной немыслимых и безрассудных вещей порой является голод. Жадный на чужую добычу койот, увидев падаль, решает полакомиться мясом, но не успевает сделать пару надкусов, как тут же на него начинает охоту стая волков, не готовая так просто расставаться со своим добром. Они словно ждали бедолагу, вы только посмотрите на их глаза. Волки очень быстро настигают наглеца и безжалостно расправляются с ним, не давая ни малейшего шанса на выживание.